Здравствуйте, друзья! Сейчас я буду устанавливать радиаторы отопления на первом этаже. Купил я недорогие алюминиевые радиаторы. Цена секции 110 гривен или 240 рублей. Фирмы Underprice. Вот здесь технические характеристики. У меня размер 500 на 80. Тепловая мощность одной секции 140 ватт. Рассчитаны на рабочее давление 16 бар и максимальная температура 95 градусов. Расчет количества секций в радиаторе делаю следующим образом. Беру площадь комнаты, например, вот эта комната имеет площадь 14,5 квадрат, и умножаю на 100. 100 это 100 ватт на квадратный метр, теплопотери условные. Далее получаю 1450 ватт теплопотери всей комнаты. Делю 1450 на 140 ватт, это мощность одной секции, и получаю количество секций. В моем случае это получается чуть больше 10. Округляю большую сторону, получается 11. И добавляю еще одну секцию. Делаю небольшой запас. В итоге у меня получается, что в этой комнате будет установлен радиатор на 12 секций. Аналогично делаю расчет для каждой комнаты. Для монтажа радиаторов я купил вот такой монтажный набор. Он состоит из 4 футорок, 2 с правой резьбой, 2 с левой резьбой, дюбеля, кронштейны, кран Маевского и заглушка. Сначала сделаю разметку. Радиатор у меня будет установлен по центру окна. От подоконника будет 15 сантиметров, а от пола где-то 17 сантиметров.
Сделал разметку и установил 4 кронштейна. Согласно инструкции, радиатор с 12 секциями и более крепится на 4 кронштейна. Разметку делал следующим образом. Отступил от подоконника 15 см, это верх радиатора. Далее отступаю еще 5 см, это линия кронштейнов. И еще от этой линии отступаю 500 мм, это межосевое расстояние. И устанавливаю второй ряд кронштейнов. От края радиатора здесь отступаю по 2 секции, с этой стороны и с этой стороны. От стены я отступаю 2,5 сантиметра, согласно инструкции. То есть вкручиваю кронштейны таким образом, чтобы до радиатора было 2,5 сантиметра. Теперь буду устанавливать радиатор на кронштейны. Итак, друзья, радиатор установлен, все по уровню, сам радиатор стал довольно-таки хорошо, ничего нигде не шатается. Вот таким образом я буду устанавливать все радиаторы на первом этаже. Что я делаю, если радиатор вот так вот шатается? Нужно снять его и подогнуть нижний кронштейн. Беру молоток и слегка его подгинаю. Все. Радиатор больше не шатается. Друзья, установил я радиаторы. Вот спальня на первом этаже, гостиная, кухня. На кухню что-то я взял больше, чем по расчету на 2 секции. Ну ничего. В тамбуре у меня не будет радиатора, там будет холодный тамбур. В санузле установлю после того, как сделаю отделку стен и котельной. Также планирую за радиатором наклеить отражающий экран из фольги. Вот здесь. Первое время, друзья, я планирую отапливаться электричеством, а потом, скорее всего, перейду на твердотопливный котел. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.